Приветствую вас, дорогие мои подписчики! Сегодня я вам хочу показать с проблемкой, с которой столкнулась я с утра. Как вы знаете, уже вступил закон в действие по поводу блокировки контакта и всех социальных сетей в Украине. Так как я с Украины, то, вы видите, мне не удалось получить доступ к сайту ВКонтакте. Вот. Я сегодня искала долгое время с утра, как мне можно зайти, и нашла вот такой интересный, в общем, способ. Вы вводите в поисковик сайта Anonymizer слово и входите по поисковику. Ну, я обычно беру это второй, ну, скажем, не первый я сайт беру, а приблизительно второй, там можете третий. Это своего рода зеркальное отображение ВКонтакте или Одноклассников. И через него я захожу, ввожу свой... Выбираю сначала сайт, который я хочу зайти, допустим, ВКонтакте или Одноклассники, и захожу. Так как я уже заходила сегодня, то я сразу ввела логин свой, пароль. Вот. Вы, если заходите первоначально, вам высвечивается вот такая вот, я сейчас выйду, вот такая вот страничка высвечивается, где вы вводите свой логин, пароль, и тогда уже, когда введете, вы заходите на свой сайт. После того, как ввели логин и пароль, я вот зашла на свою страницу и смело могу пользоваться теми группами ВКонтакте, которыми я обычно пользуюсь. Это выкладываю для вас видео ВКонтакте и пользуюсь я группой своей рабочей, то есть непосредственно для заказчиков. Вот. Здесь я, конечно же, оставляла, как вы видите, уже, скажем, такую вот правочку в случае неполадок, оставляла свой вайбер. Кому интересно, можете зайти ко мне в группу. Ссылочки все я оставлю под этим видео. Также хочу вас попросить, делитесь своими опытами, то есть как вы обошли вот эту систему блокировки. И я еще хочу добавить, что... Еще существует такой вот способ, как расширение, то есть смена IP-адреса, но это не совсем безопасно, в принципе, для вашего компьютера и в дальнейшем неудобно совсем для работы с вашим компьютером, но это уже как бы можно сделать отдельное видео. Итак, в общем, кто не подписан на мой канал, кому понравилось, обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, пока-пока!